Не давит такой. Друзья, всем привет! Очередное видео. Наконец-то немножко спала жара у нас в Беларуси. Ну, кто смотрит мои видео, знает. Было очень сильно жара, не выбирались рыбачить. Вот. Ну, сейчас вот жара немножко спала и решили выехать попробовать. Наконец-то мы сегодня будем рыбачить в полном составе, как и в том году. В подсказках на протяжении видео будут выскакивать. Видео с прошлого года можете посмотреть. Неплохо так по окуню отрыбачились. Вот. Решил записать видео с утра, поскольку тут есть еще минут 15, пока сижу, ожидаю ребят, пока заедут за мной. Вот. Все по стандарту. Сейчас выдвигаемся на озеро, накачиваем лодки и пробуем ловить окуня. Может, там получится щуку, не знаю, как пойдет, что. Ну, большую часть времени будем именно упираться в окуня. Вот, тяжело, конечно, вставать, поскольку мало было таких ранних подъемов, вот, поэтому такой еще чумной сижу. Сейчас, не знаю, кофейку, может, бахну еще. Вот, так что, в принципе, уже собрался, сейчас, наверное, заварю кофе. И ребята сейчас заедут, и будем отправляться. Так что сегодня будет рыбалка, наверное, большую часть по окуню. Что-то, наверное, слоем. Потом закоптим, если что, слоем будет видео обязательно. Вот. Так что встретимся уже на воде, наверное. Желаю всем приятного просмотра. Поехали. А на камеру, видишь, темная, честно. Да. Как маленький, хватило бы на шашлыки. Не давит такой. И на воду. Много не снимали в начале, поскольку мелочь была, штук там по 10 было, вот таких выпускали. Но вот сейчас смотрите, какой красавец. Взялся на воблера, сделал отводной поводок, стоит резина и воблерок. Сейчас покажу, что за воблер. Ну что, друзья, давайте попробуем взвешивание произвести. Так, весы. Ровно килограмм показала. Ну, плюс кукан, я думаю, тут сильно много, но... Ну, килограмм. Ну вот, друзья, получается, стоит отвод, тут резина стояла, и вот на такого Шерфола 34 FMR взялся окунек. Неплохая модель, в том году купил, сразу новый оторвал, потом еще купил судачки, два судачка небольших был, словил, и вот лежал в коробке без дела, сейчас вот решили попробовать по окуню, ну и отработало. Так что ничего. На
Начинает солнышко пригревать. Жарковато уже. Будем принимать солнечные ванны. Ну что, ребятки, еще у нас окушок. Минут 15 прошло. Переехали на другую точку. Все ищем тут. Александр тут у нас, блин. Ну, неплохой тоже. Помочь тебе? А ну сам возьмешь. Ничего себе неплохой. Говорит, маленький окунь. Тоже приятный такой размер. Дай себе эти. На. Держи. Ой, с собой есть. Да, под килограммчик будет. Была поклевочка сейчас, друзья, смотрите, в хлам разогнула просто овсетник. Поставили тёшку в фиолетовом цвете. Малинка неплохо идет тоже. Вот, ну как-то по солнцу вот больше идет. Вот уже второй раз выбираемся. Синий, о, не синий, фиолетовый цвет именно. Конечно, поклевка была очень-очень дерзкая. Фрикцион практически закручен до конца, и фрикцион сработал. Ну что, друзья, у нас снова поклевка. На новом месте мы. Спиннинг в дугу. Взялся на тёгу, на малину. Зажрал хорошо. Ой. Прямо в шахту. Можете видеть. Сейчас будем извлекать. Так, сейчас я удочку в спиннинг переложу, чтобы тебе не мешать. Такие, да? Поменьше тут такой, но все равно приятно. После долгого перерыва, после жары, я считаю, это уже достойный результат. Так, поставим новую тёжку. Вот тёга 2,4 на овсетнике. Ну что, друзья, переплыли еще на одну точку. Упираемся сегодня, ездим, и поклевка произошла.
подниму. Смотри, там держится. Опа! Благодарю. Подожди-ка. Ага. Смотрите, друзья, опять поставил воблера на отводной. Ну, экспериментируем, что лучше. Переехали на точку, где с утра решили попробовать. Где с утра первая поклевка была. И вот такой. Наверное, тоже под килошечку будет. Сейчас мы возьмем инструмент, что-то страшно брать. Мало ли потом крючки загонишь в пальцы. Не будем рисковать. Оп. Не плавает, красавцы. Ну, друзья, смотрите, какой, да? Красивенький. Да. Друзья, тут первый раз такое в жизни на подлещика словил. И словил не то, что забагрил, а он реально взялся. А взялся, друзья. Дядя Саша ругается там в соседней лодке. Смотрите на такую зеленую, болотного цвета, на свинга, вот такого маленького, а от барракуды. Ну, все ссылочки на приманки, как обычно, в описании оставлю. Так что, Виталик, если ты смотришь это видео, привет тебе. Твои приманки даже ловят белую рыбу. Мы. Вот такой. Подлещик. Смотри его. Ну а мы ловим дальше. Ну что, ребятки, тут у нас у Александра поклевочка. Неплохой окунь. Сейчас в очках тут смотрю. Ох, красавец. Не тряси, блядь, головой. Ну что, друзья, у нас еще поклевочка. Буквально тут пару забросов после Александра. И вот такой тут неплохой довольно-таки окунек. На синюю приманочку взял. В том году мне подарили были пару пачек витебской. Витебские ребята, по-моему, делают. Вот такая рыбка, малек. Неплохой тоже окушок. В коптильню самото будет. Рыбу берем всю. Вот такие приманки, друзья. Ну, это чуть другая модель, но вот. Компания, фирма River, Riverbot, Byte. Вот. Сейчас я окуня повешу и покажу. Ну что, друзья, тут еще вот поклевочка, пока я тут вешал своего. Смотрите, ну такие, поменьше, чем те, не под килошку, но после такой же долгожданной в нашей поездке, после такой жары и три холостых выезда было. Так, что ты просишь дать себе эту? Конечно, это приятно, друзья, приятно очень. Держи. Достанешь этим или побольше тебе? Вот, друзья, вот на такую я еще ловил, точнее ловлю.
модельку. Вот. Кому интересно, там зайдите, посмотрите, может закажете. Ну, это мне дарили, не покупал специально. Конечно, в приоритете сегодня это фиолет. Вот, что-то синий такой оттенки. Ну и работает еще малина. Вот, ну как-то вот два цвета сегодня именно. Наверное, из-за солнечной погоды. 100% нравится ему фиолет. Опа, ребятки, смотрите, еще неплохой экземплярчик. Фиолет. Фиолет сегодня рулит. Сейчас немножко порядки наводим тут. Может быть, еще что подберем. Посмотрим. Что, ребятки, у нас еще поклевочка. Все не снимаем, поскольку и мелочь есть. Ну, таких покрупнее окуней именно снимаем. Поскольку смысл тут показывать маленьких окуней, когда такие вот хорошие кабанчики клюют. Но сейчас сделаем фоточку и продолжим дальше. Ну что, ребяточки, еще поклевочка и довольно-таки дерзкая. Фух. Ну нет, это поменьше окунь, но он какой-то, я уже думал, покрупнее. Опа! На фиолет. На тёгу. Так что, если хотите ловить всегда, фиолет, малина, машинка всегда должна быть. Базовые цвета. Ну что, ребятки, приехали мы домой. На озере не стал уже снимать, поскольку надо было собираться по-быстрому уезжать. Конечно, так подустали конкретно сегодня. Жара, загарчик такой опять хорошенький будет. Вот. Давайте посмотрим, что получилось по рыбе. Возьмем весы. Взвесим. Ну вот, друзья, получается 3400, да, будем говорить так. Неплохо, неплохо. 5 килограмм у нас разрешено на человека, так что все в допусках. Сейчас покажем, что там в пакете в самом. Весы сейчас уберем. Ну, друзья, получается, смотрите, здесь 1, 2, 3, 4, 5 окуней. Подлещик попался. Вот получилось 3400 у нас. Ну, я считаю, неплохо. Вот, смотрите, уже и пришли у нас уже, хотя тоже рыбы. Идите отсюда. Ну что, друзья, рыбалкой мы довольны. Конечно, всегда хочется там словить побольше, да, но нужно радоваться тому, что есть. Конечно, давно не были, выбрались, отдохнули, загорели. Ну, после такой, конечно, длительной жары, я считаю, что результат достойный. Будем продолжать выезжать, искать, ловить, снимать и показывать. Так что всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Всем удачи, добра, а я пошел чистить рыбу.